Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Максим, Гусоняк, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Ребята, в начале ролика хочу задать вам очень классный вопрос и проверить ваши знания, насколько вы знаете всех аниматроников. Кто первый напишет правильный ответ, как зовут этого аниматроника, попадет в начале ролика в комментариях. Так что давайте, пишите, посмотрим ваши знания. Ребята, сегодня у нас обзор крутых аниматроников, так крутецкий пилпак, поэтому ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, погнали. Первый борт с Чика. Оу, какие они большие. Вот это он здоровый. Кстати, у них есть очень классные анимации, их надо постоянно пробуждать на букву R. Ну и звуки. Вроде этот аниматроник звук не издает, насколько я знаю. Нет. Так, давайте будем рассматривать. Так, стой, не шевелись. А ну садись на свою жопу металлическую, я буду тебя рассматривать. Очень классная детализация. Смотрите, как все здесь полопано, как все круто сделано. Просто бомбейски. Вот это она здоровая. Это, кстати, один, наверное, из самых больших аниматроников, которые есть. У него глаз, как мячик какой-то баскетбольный. Так, давайте здесь все прям рассмотрим. Все классно сделано. Так, давайте обойдем с этой стороны, посмотрим. Воу, вот это головище просто. Нереально большой аниматроник. Ух, какие подмышки можно пощекотить. Так, звуки на никакие, да, не издает? А ну покажи, какие там анимации у нее есть. Может, какие-то можно там понажимать что-то. Кстати, как для одноногого аниматроника, она очень быстро перемещается. И это уже очень странно смотрится. Анимации нет. А на Shift она быстрее может бегать? Вот это я обычно. Так. А это на Shift. Классный аниматроник. Ладно, мочи нас. Крякнули. Когда убивает, голова бьет. А ты, кстати, можешь нажать удар, и мы увидим анимацию убийства. Нет, нема? Да, вот, как будто башкой лупашь. Ого, Максим, ты отлетел. Офигенный аниматроник. Так, кто у нас там следующий? Следующий у нас Фредбер. Ой, красивый аниматроник. А ну, кстати, ляж. Прям, так, смотрите, на пляже лежит, отдыхает себе. О, у него глаза вылезли. А где у него глаза? Ого, вот это, кстати, очень классная такая деталь. Когда он ложится, у него глаза... не совмещается как-то с черепом. Это очень необычно. Кстати, глаза такие тоже очень большие. Смотрите, такие вот вроде мелочи, но разработчик это все сделал. Провода идут. Зубы такие здоровенные. О, вот это аниматроник. Кстати, а что это за штука у него? Тонер динамик, с которого он говорит. Очень похоже, кстати, очень. Видишь? Да. Это штуковина, да, звуки издает. Во, слышите этот звук? Да. Да, и звук реально оттуда как будто идет. Когда мы смотрели. Анимации такие у него крутецкие. Пуговичка, ох, какая пуговичка у тебя классная. Покажи, какая скорость у тебя бега. Давай, иди сюда. Иди, мочи Максима, я хочу посмотреть со стороны. Вот это он отлет... Нет, меня не надо. Меня не надо. Не-не-не! Не-не-не-не-не! Ну нафиг! Я боюсь! Я боюсь! А! Какой-то сумасшедший аниматроник! Ой, что со мной? Итак, следующий у нас Прото Спринг Фредди. Ой, тоже классно сделано. Кстати, у этого уже материалы такие, знаете, пошарпаны. Вот смотрите, как будто потресканное, и вот у него здесь, как будто он обгоревший. Вот такое ощущение слаживается. Грязный весь. У него голова перевернута, очень странно это смотрится. Но при том очень страшно. Ого, я прям вижу твой эндоскелет внутри. Я могу прям, ребята, вовнутрь позаглядывать и смотреть, какие тут шарниры сделаны. Классно сделано. Так, что у него тут на жопе? А, ты можешь лазить в таком положении? Ну, полазь. А, во, кстати, это классно сделана анимация. Так, а какие-то он звуки может издавать? Бегать умеет. Бегать умеет, это хорошо. Давай, иди, иди, иди к нам. Не, никаких. У него анимация такая, как будто я к тебе навстречу бегу. Ну да. Ух ты, ё-боё, ты когда так приближаешься, немножко страшно становится. А ну убей Максима, хочу посмотреть со стороны, как он это делает. Нифига себе, он ненормальный. Я тоже. Следующий Прото Спринг Бонни. Ой, красавчик ты мой. Ну дайте вот так вот потрогаю за ушки. Классный аниматроник, ребята, просто бомбейский. Такой няшный. Но при этом он тоже какой-то, да, грязный. Так, давайте со спины посмотрим. Ого, плечи.
просто мутант какой-то. Так, эндоскелет очень похожий, как у Фредди, только чем-то отличается. Он не такой блестящий. Во, вот эта анимация классная, поднимание. А он звуки может издавать? А ну-ка, давай, мочи Максима. Он такой же рахит. Кстати, он не может, да, быстро бегать? Нет, только вот так вот. На, вот это тебя раскрутило. Нет, пожалуйста, не надо, не надо. У него, кстати, радиус маленький, можно успеть убежать. Смотрите, обманул, 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 гусанечка. Будешь убивать вместе с Максимом, умру. Ах ты. Получилось. Следующий у нас Рипер Баллон Бой. Ву, кстати, у нас есть обычный Баллон Бой. Он, кстати, не так выглядит. Вот это у него штуковины. Прям проволока, смотрите, накручена на ухе. И как стесняшка. Эй, чё ты руки свои закрыл? Не стесняйся. Баллон Бой. Где его глаза? У него глаз нету, смотрите. Эй! Вот это его жизнь потрепала. Не смотрите на меня, у меня глаз нет. Да не стесняйся. Не стесняйся, не стесняйся. Мы тебя не будем мочить. А ну я хочу вот так вот прям посмотреть. Вот это он стрёмный. Я, если бы ночью такого увидел, я бы, наверное, уже бы не уснул бы. Получается, что он слепой. А он звуки никакие не сдаёт? А это он без шифта-то. А с шифтом? Шифта тут нету. Ага, понял. Давай, мочи, мочи Максима. Красавчик. Кстати, звук классный издает, как обычный Баллон Бой целый. Следующий у нас Рипер Голден Фредди. Вот это он вообще потрепанный. Вот этот прям сильно поврежденный. У него прям, смотрите, пластик уже отсутствует где-то на процентов 40. Стремно. А руки какие когтяки у него, смотрите. Провода здесь я могу прям пощупать. Да, в VR, скажу, это очень круто смотрится. И жутко. Я прям вижу, как сюда идут провода. От механизмов ступней. Так, здесь все четенько у нас. У тебя тоже, да, глаз нету? А ты можешь кнопку нажать и посесть? Ну, он на кнопку сесть танцует. Я понял, но это как будто такой странный танец. Ничего себе. Нет. Ты быстрый. Ты очень быстрый. Это он тоже без шифта. А шифт не работает, да? Получается одинаковая скорость. Да. Хорошо, мочи Максима. На! И меня давай. Красавчик, молодец. Так, следующий у нас Рипер Паппет. Кстати, она немножечко даже блестит, я вижу. Кстати, фонариком свечу, она не отражает свет. Она прям какая-то аномально черная. Она должна звуки издавать. Нет? Нет. А на Ctrl ничего она не делает, никаких у нее нету приколюх. Нет. Ладно, мочи Максима. Вот это, кстати, он очень мощно отлетел. Эй, еду нашу не ешь? Эй, не ешь еду. Моя. Ладно, моя. Давай, мочи меня. Ого, батон отлетел. Следующий у нас Рипер Спринг Бонни. Они все хуже и хуже по своему состоянию. Каждый аниматроник более подёртый и поломанный. Здесь прям вообще круто сделаны эти колечки. Получается, они как форму пластика держат. Здесь, смотрите, прям склеено между пальцами у него. Так, что у него там внутри? Ржавый весь, грязный. Глаз тоже, да, нету? Смотрите на эти зубища. Они очень острые. Они прямо идут в два ряда здесь. А тут в три ряда идут. Максим, ты видишь эти зубы? Да. Классно сделано. Обалденно. Вот так руку засунул, он клоцнул, и руки у тебя нету. Вот это когтяка. Здоровенная когтяка. Такая, знаете, сантиметров, наверное, 15. Гигантская просто. Ты мои когти еще не видел на ногах, смотри. Ого! Ничего себе! Это нас... Ты хоть вообще их стрижешь или нет? Так, а ты звуки какие-то можешь издавать? Не, не издаю. Ладно, мочи. Это он тоже без шифта бегает. На тебе. На меня. Так, и последний у нас Спринг Бонни. Вот это классный аниматроник. Из всех аниматроников самый прикольно выглядит. О, я прям вижу текстуру вот этой вот перчатки. Видно, как она тут прям склеена все.
Да, разработчики, кто и придумает этих аниматроников в модельке, они просто красавчики. Детализация на высшем левеле. И можно так позаглядывать здесь. Кстати, он должен, по идее, звуки издавать, потому что он новенький. Классный аниматроник. Мне он очень нравится. Бомбейский. А попробуй двоих, оно на каком расстоянии убивает? Мочи. А нет, кстати. Только вблизи. Ну, подожди. Все. А, убило. Ребята, сейчас мы сделаем очень классную битву аниматроника. В гусанек против Максима. И обязательно напишите в комментариях, кто из них победит. 3, 2, 1. Погнали. Максим, красавелла, брателла, ты победитель! Молодец! Отомстил! Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока!